Сейн Бенехун, ДТ, телевизор Хракшит. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Радар Спорт» и с вами, как всегда, я, Алена Мироманова. И в ближайшие 25 минут я проведу обзор спортивных мероприятий минувшей недели с участием жителей нашей республики. И в сегодняшней программе я вам расскажу, как обычно, об успехах наших спортсменов на выездных соревнованиях. А также вы увидите, как проходил республиканский турнир по спортивному самбо, посвященный Дню военного разведчика, памяти полковника Анатолия Сидоренко. Расскажу о втором республиканском турнире по спортивному самбо, Кубок народного хурала. И вы увидите сюжет о чемпионате Улан-Удэ среди мужских и женских любительских команд по волейболу. Ну что, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее у ваших экранов и наслаждайтесь просмотром. С 26 октября по 4 ноября в Румынии проходил чемпионат и первенство мира по армспорту. В этом году на соревнования съехались лучшие из лучших рукоборцев более чем из 50 стран мира. Спортсмены выявляли сильнейших в таких возрастных группах, как ветераны, взрослые, молодежь до 21 года, юниоры до 18 лет и девочки и мальчики до 15 лет. Тут в возрастной группе девочек и мальчиков до 15 лет золотую медаль первенства мира выиграла Людмила Федосеева в борьбе на левую руку в весовой категории до 70 кг. По взрослым поддержала свою младшую сестру и мастер спорта международного класса Валентина Бальчугова-Федосеева в борьбе на правую руку. Тут ей удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета. Хочу отметить, что Валентина является многократной чемпионкой и призером чемпионатов России, Европы и мира в данном виде спорта. С 25 по 27 октября в Красноярском дворце спорта имени Ивана Ирыгина проходил юбилейный 15-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В этом году на соревнования съехались более 250 борцов из регионов России, а также приехали спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они определили победителей в 10 весовых категориях. В турнире приняли участие спортсмены нашей республики, которым удалось завоевать 3 медали. Первое место у Ильи Жибалова в весовой категории до 85 кг. Третье место на счету у Батора Дулмаева в весовой категории до 62 кг. И также третье место у Аюра Циринджапова до 75 кг. С 28 октября по 3 ноября в Белоруссии проходило третье первенство Европы среди глухих кадетов и юниоров, а также 7-й чемпионат Европы по борьбе среди слабослышащих. В соревнованиях приняли участие, как и полагается, сильнейшие атлеты Старого Света с нарушением слуха, в том числе и наши земляки, которым удалось завоевать 3 золота и 1 бронзу. Среди мужчин золотые медали на счету у Дабаса Риндаржиева в весовой категории до 61 кг и у заслуженного мастера спорта Александра Цактоева в весе до 79 кг. В юниорской возрастной группе золото у Ивана Максимова в весовой категории до 57 кг и бронза на счету у Николая Берельтуева до 86 кг. С 1 по 3 ноября в зале бокса Руслана Проводникова прошел первый открытый кубок Бурятии по тайскому боксу. Участие в соревнованиях приняло рекордное количество спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии. На протяжении 3 дней более 200 тайбоксеров выявляли лучших в личном и командном первенстве. Боксерский зал был заполнен зрителями на протяжении всех дней соревнований, а спортсмены показывали настоящие зрелищные поединки. Стоит отметить, что специально к соревнованиям был заказан посеребренный кубок из Москвы, который в будущем станет переходящим. По итогам соревнований лучшей команды стал спортивный клуб «Пересвет», который и завоевал кубок. Второе и третье место поделили команды спортивной школы Иволгинского района и спортклуб «Джим Тонг» из Иркутска. И прямо сейчас смотрите сюжет о том, как проходил республиканский турнир по спортивному самбо, посвященный Дню военного разведчика, памяти полковника Анатолия Сидоренко. 2 ноября в Сосновом Бору проходил республиканский турнир по спортивному самбо, посвященный Дню военного разведчика, памяти полковника Анатолия Сидоренко. Справка. Анатолий Сидоренко являлся командиром военной части поселка Сосновый Бор. Являлся тем, кто включил в самбо в распорядок Дня солдат. Далее этот опыт переняли в других подразделениях и, как следствие, стали проводить соревнования между частями по спортивному самбо. Данный турнир существует уже более 20 лет. По истечению нескольких предварительных поединков прошел парад открытия, где в торжественной обстановке перед спортсменами выступили люди, имеющие непосредственное отношение к проведению турнира и к самбо в целом, а также перед присутствующими выступил и творческий коллектив. Далее продолжились предварительные поединки спортсменов. Туман Жалсанович, ну вот стартовал очередной республиканский турнир по спортивному самбо, посвященный памяти полковника Сидоренко. Давайте немного о нем поговорим. Вы, как никто другой, знает полностью всю историю наверняка этого турнира. Расскажите, как, с чего все начиналось? Турнир где-то
начался в 2011 году. В 2011 году, значит, все начиналось, просто мы совместили рукопашный бой, который тогда был популярен, значит, ну, необходим в вооруженных силах. А потом все-таки перешли на самбо, и которое получило большое развитие именно в сосновом бору. А в дальнейшем начали принимать участие допризывная молодежь. Почему? Потому что, значит, Анатолий Васильевич Федоренко сам был самбистом, занимался в Киевской школе самбо. Представлял эту ситуацию. Ну, вообще сам был такой очень к спорту открытый человек. Поэтому, конечно, нам было приятно всегда, что ребята разных видов спорта здесь служили в части, показывали хорошие результаты. Ранее данные соревнования проводились только для военнослужащих. Сейчас же уже второй год турнир является открытым, и принять участие в нем может абсолютно любой желающий. Так, на соревнованиях мы наблюдали абсолютно разношерстных ребят, начиная от школьного возраста, заканчивая военнослужащими. Стоит отметить, что турнир из года в год набирает свои обороты, и популяризация его только растет. Это отмечает и человек, который присутствовал на данном турнире с самого начала, Виктор Васильевич Серебренников. Надо отметить, что вот в данном месте, на Сосновом бору, это самбо развивается. Турнир в этом году более представительный, больше народу. Меня радует, что очень много ребятишек, которые борются, значит, на соседнем ковре с ребятами, воинами нашей армии. Они видят наших воинов, учатся у них и понимают, что им быть дальше, может быть, на их месте бороться. И, естественно, тут борются мастера спорта, борются ребята, значит, я имею в виду воины, мастера спорта, ребята, есть призеры, значит, различных соревнований крупных. Кроме того, значит, у нас отрадно в республике появился еще один центр развития самбо, потому что Сосновый Бор сейчас уже начинает выходить на республиканский уровень, участвует в республиканских соревнованиях и также начинает поставлять, так сказать, членов сборной команды республики по юношам. Более 150 самбистов выявляли лучших на протяжении всего дня. Сразу на нескольких коврах. Так, за одним ковром боролись старшие, а за другим те, что помладше. Среди юных спортсменов наше внимание привлек самбист в красном кимоно с надписью на спине «Победа», который выиграл свой поединок. Символично, не правда ли? Мухаммадали, расскажи, ты сейчас вот выиграл свой поединок, ты пытался на болевое, да, взять соперника своего? Да, пытался, но у меня не получилось. А почему так бывает, что-то пошло не так? Да, я ногу взял не в том месте. А, вон оно что, надо было повыше, пониже взять? Пониже надо было взять, но я взял повыше и не смог вытянуть. Тебе сколько лет? 15. Как давно занимаешься? 2 года. Глядя на этих ребят, можно с легкостью сказать, что в республике растет достойная смена самбистов, которые будут представлять Бурятию на российской и международной арене. Что же касается взрослых самбистов, то тут спортивный уровень, конечно же, серьезнее, да и уровень спортсменов тоже. Здесь присутствовало множество именитых и сильных самбистов, таких как мастера спорта по боевому самбо Алдар Буданаев, Виталий Терпенкеев и другие. Спортивные и боевое самбо очень сильно отличаются. И где же сложнее выступать, нам рассказал Виталий Терпенкеев после своего поединка. А вот сейчас ты выступаешь по спортивному самбо. То есть твой конек спортивный или по боевому тоже? По боевой. По боевому? Ага. Ну, где что можешь отметить, где полегче? Ну, боевой полегче. Почему? Потому что там... Ну, как бы я же занимаюсь боевой самбо, но там мне проще, как бы свое уже. А в спортивном самбо, наверное, все борцы, дзюдоисты, да, собрались? Но там борьба у них неудобна. Ну, сейчас как настроен, только на победу? Да, конечно. Ну, давай, удачи тебе. Ну, спасибо. По истечению соревнований все победители и призеры были, конечно же, награждены кубками, медалями и ценными призами. Стоит отметить и очень немаловажный момент. Хоть соревнования проходили и в военном, спокойном городке, безопасность тут была на высшем уровне. На протяжении всего турнира периметр спортивного клуба ЦСКА находился под надежной защитой. В нашем городе прошел второй республиканский турнир по спортивному самбо – Кубок народного хурала. Что там было интересного, смотрите далее.
4 ноября в физкультурно-спортивном комплексе нашего города в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» состоялся второй республиканский турнир «Кубок народного хурала», посвященный 25-летнему юбилею законодательного органа государственной власти республики. Проект «Самбо в школу» дал большой толчок развитию данного вида спорта в нашей республике. Благодаря нему самбо начали заниматься 3500 детей. Стоит отметить, что Бурятия входит в десятку лучших регионов по реализации данного проекта. На торжественном параде открытия соревнований присутствовало множество высокопоставленных лиц республики, в том числе и глава Бурятии Алексей Цыденов. По стечению парада открытия начались и сами соревнования. Тут юные спортсмены демонстрировали все свои навыки и умение бороться. Соревнования получились очень крупными, яркими и представительными. Так, за весь соревновательный день на ковер вышли 16 команд из 12 регионов республики и города Улан-Удэ, а это более сотни школьников. Народный хурал Бурятии проводит их во второй раз, и один из основоположников его является президент Федерации самбо Бурятии, депутат народного хурала Бадмадар Жожикжитов, с которым мы побеседовали о турнире и о планах на следующий год. На будущий год мы планируем провести, ну, чтобы положение было взрослое и именно по боевому самбо. Угу. То есть, ну, это, я думаю, будет намного смотрибельнее, да? Допустим, чем сейчас. Сейчас очень много людей, очень много зрителей, очень много участников, но будет наверняка еще больше, да? Ну да, на будущий год мы планируем его сделать межрегиональным, другие регионы, и также еще повторюсь, что именно среди мужчин и по боевому самбо. Межрегиональный, а международный как? Ну, поживем, увидим. В планах, конечно, все возможно. Надо стремиться расти. Но пока что вот это думаем, что Кубок народного хурала будет традиционным, и мы будем дальше развиваться. Ну, по истечению вот этих соревнований, чем будете награждать ребят? Сейчас у нас мы всем участникам турнира командно подарили куртка самбо. Ну, дети, ну, вот все пришли мои. А также, пользуясь случаем, хотел поблагодарить своих коллег-депутатов. Пришли, поддержали нашу федерацию и от народного хурала всем вручили куртки. Дети довольные. Также будут денежные призы, медали и грамоты. Также Бадмадар Жожикжитов рассказал нам о том, как все начиналось, как решили создать данные соревнования. Я еще, не будучи депутатом, пригласил депутатов народного хурала Азарктола Упсановича. Мы его избрали председателем попечительского совета. Также Матвея Александровича Баданова, ну, бессменного депутата, сколько лет он уже, лет, наверное, 20, наверное, является депутатом. Мы его избрали вице-президентом. И когда вот, ну, вопрос стоял, вот есть Кубок главы там, и мы решили вот создать такой именно турнир на призы, ну, депутатов народного хурала. Стоит отметить, что конкуренция у детей на данных соревнованиях была нешуточной. Приходилось изрядно попотеть, чтобы добраться до призовой тройки. В целом для детей это не просто турнир, на котором можно показать все свои наработки на тренировках, а праздник. Праздник спорта, на который с охоты съехались представители множества районов Бурятии. Занимаюсь я, ну, полгода примерно, но занимаюсь я, как тренер говорит, хорошо. Но что я делаю, ну, пытаюсь старательно все делать, как броски, вот это вот все. Почему вообще решил заняться сам? Ну, я увидел то, что, ну, другие занимаются, и мне вот, я первый раз ходил, мне понравилось, и, ну, начал заниматься. Как думаешь, что нужно, чтобы победить? Ну, что, не знаю, нужен большой опыт. Ну, у меня просто опыта нету, ну, мало. И я поэтому проиграл, но все равно надо больше опыта набраться и физические нагрузки делать, ну, чтобы победить. Если кто-то только начинает свой путь становления в качестве самбиста, то другие уже давно в этом виде спорта. Как, например, представитель школы номер 19 Кирилл Карпов, только что выигравший свой финальный поединок. Мне было не тяжело, я с облегчением прошел. В Бурятии на данный момент насчитывается 6 чемпионов мира, 6 чемпионов Европы, 4 чемпиона Азии, 47 мастеров спорта и 39 кандидатов в мастера спорта по самбо. Цифры постоянно растут, а это говорит о динамичном развитии самбо в республике. Мужские и женские любительские команды по волейболу вновь собрались уже в новом сезоне чемпионата Улан-Удэ. Как все было в нашем следующем сюжете.
«Спорт против наркотиков». Под таким девизом 4 ноября в культурно-спортивном комплексе нашего города стартовал новый сезон чемпионата Улан-Удэ среди мужских и женских любительских команд по волейболу. Стоит отметить, что чемпионат является открытым, и в сезоне 2019-2020 на площадках встретится более 35 сильнейших любительских команд, которые будут выявлять сильнейших до апреля месяца. В этот раз МУП КСК полностью был заполнен зрителями и участниками соревнований. В начале парада открытия прошло шествие всех команд-участниц. Далее, после того, как все волейболисты заняли свои места, перед ними выступили приглашенные гости, поздравили их с началом нового спортивного сезона и пожелали удачи. В КСК собрались по-настоящему увлеченные волейболом люди. Ведь главной целью любительской лиги является популяризация одного из красивейших видов спорта и привлечение массовости. Петр Степанович, ну вот буквально только что прошел парад открытия. Давайте немного поговорим об этом турнире. Все-таки у него девиз такой — спорт против наркотиков, да? В который раз он проходит, и цель его все-таки какая? Ну, сегодня 8-й открытый чемпионат города Улан-Удэ среди мужских и женских команд по волейболу. Это традиционный турнир. Но цель, во-первых, это пропагандировать спорт. Лозунг, девиз этого турнира — «Спорт против наркотиков». Я заместитель председателя антинаркотической комиссии Республики Бурятия. И, конечно же, в преддверии замечательного праздника, который мы на будущий год будем праздновать, вся страна, 75-ю годовщину победы нашего народа в Великой Отечественной войне, это тоже турнир посвящен. И, конечно же, самое главное – это массовость. Сегодня уже количество участников и количество команд приближается к 50. И вот сегодня, в этот замечательный праздник, День народного единства, конечно, единение на площадке, потому что волейбол – это коллективная команда, коллективный командный именно вид спорта. И, конечно же, самое главное – заниматься спортом, пропагандировать здоровый образ жизни. И только призываю всех увлекаться спортом, и волейболом в том числе. Ну и по истечению парада открытия, как и полагается, продолжились игры. В группах туры у команд продлятся до 15 декабря, а с января начинаются уже плей-оффы. Также второй год в данных соревнованиях практикуют золотой сет. Это когда команда одну игру выигрывает, а другую проигрывает. И в данном случае назначается дополнительная партия. Немного о данных соревнованиях нам рассказал председатель Ассоциации любительского волейбола Бурятии Жаргал Санджиев. Здесь, значит, соревнования проходят из трех партий. Значит, каждая команда знает примерно за 2-3 недели до тура, они знают, во сколько играют, прямо по часам. То есть они могут все спланировать. Поэтому и соревнования проходят только в выходные дни, поэтому люди с удовольствием вот в таком количестве принимают участие. То есть вы специально так туры разбрасываете, да, чтобы как раз всем было удобно? Да. Во-первых, всем удобно. Во-вторых, значит, параллельно очень много соревнований идут в районах, да, там, ну, скажем, там Закаменский турнир, там Жидинский турнир, там то все. Вот эти все организации, организаторы, они обзваниваются, и мы свой календарь делаем уже заранее, то есть мы с ними не стыкуемся. И если команда участвует в тех турнирах, то, в принципе, здесь тоже она нормально может участвовать. Также Жаргал Санджиев рассказал нам о книгах, которые они выпускают каждый год для данных соревнований. Это так называемый волейбольный альманах любительской лиги. Этот альманах мы выпускаем уже третий год. Значит, поздравительные, значит, выступления там мэра, там всех организаторов, там всех, значит, заинтересованных лиц, неравнодушных к волейболу. Здесь у нас есть история нашей лиги, есть история бурятского волейбола. Ну и, значит, все команды, они здесь для каждой команды. И каждая команда, она представлена на своей странице. Впервые данный чемпионат прошел в 2012 году и собрал 8 команд. Из года в год количество участников растет. Так, в этом году на площадке встретились более 35 мужских и женских любительских команд. Турнир за свое существование приобрел статус востребованного и долгожданного, что подтверждает и количество команд-участников. Тяжелая игра была, авангард как-никак, прошлые победители этих соревнований. Мы участвуем первый раз в таком масштабном соревновании. И поэтому считаю, что это мы получили большой опыт. Ну, вы как-то настраивались на соперников, наверняка тактику изучали, да? Да, конечно, изучали, смотрели. Слабые. У каждой команды есть слабые стороны, слабые места. И как бы смотрели, пытались, но вот как-то так.
Ну, вы вот первый год принимаете участие. Вообще команда у вас сыгранная. Как давно она у вас существует? Команда у нас молодая. Все у нас, ну как, опыта, конечно, не хватает немного, так как первое участие. Ну, думаю, что у нас все впереди. Соревнования только начались, вся лига впереди. Ну, это однозначно. Да. А девочки у вас в команде профессиональные игроки или как, или просто все любители? Скорее, все любители. Да, все любители, что... все, у всех школа волейбола с младших классов. И все, да. Нигде особо не тренируемся, чисто сами собираемся для своего интереса, для азарта. Ну, как вам турнир, как вам эти соревнования? Ну, мне очень нравится сама организация этого турнира, такой масштаб, столько людей, интересующихся спортом, именно волейболом. Очень прекрасно. Любительская лига – это именно тот волейбол, где можно собраться на площадке своей компашкой и просто поиграть для души. Очень отрадно видеть, что очень много команд принимают. Особенно всегда говорят, что женщин тяжело собрать. Как ни странно, в любительской лиге играет много женщин и девушек, да-да, соответственно. Поэтому вообще волейбол – такая командная игра. Очень интересно наблюдать за всеми этими играми, перипетиями. Данный турнир проходит при поддержке авиационного завода Улан-Удэ и продлится до апреля месяца 2020 года. Дорогие друзья, на этом сегодняшняя программа подходит к концу. И это, как всегда, далеко не все, о чем я вам хотела рассказать. Повторы программы можно посмотреть в просторах интернета и в приложении Пирс ТВ. Прощаюсь с вами ровно на неделю. И помните, побеждает тот, кто не сдается. Дахин Улзутара, БРТ.